В округе на одну незаконную постройку стало меньше. Принудительный демонтаж павильона состоялся на Егорьевском шоссе. По решению суда здание было признано самостроем. Его владелец не соблюдал правила и теперь ощутил удар по карману. Суд признал предпринимателю время на добровольный демонтаж постройки. Этим правом собственник не воспользовался. Теперь ему придется компенсировать администрации средства, затраченные на снос. Это не первый павильон, попавший под ковш спецтехники. Администрация методично проводит проверку объектов придорожного сервиса и выявляет незаконные постройки, которые подлежат сносу. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.